Я новый бог Сибу! Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, а иначе я появлюсь за твоей спиной и съем тебя! Время пошло! Раз, два, три, четыре, пять! Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышел новый мультик про нового монстра по Playtime Бог Сибу. Так что если вы еще не видели, прямо сейчас же посмотрите, ссылка в описании. Помогите, помогите, там Бог Сибу! Помогите, помогите! О, друзья, привет! Ё-моё, как страшно-то было! Какой ужас! Что случилось? Да, Вавав, что случилось, Вавав? Да представляете, я тут вообще, смотрите, какие новые диски себе купил. Музыкальные, обалденные вот такие. Решил их опробовать. Но в магазине мне сказали, нельзя шуметь. Ну, в общем, я вышел там, он за гаражи решил пойти в укромное местечко. Смотрю, вроде никого нету. Дома далеко всякие, где монстры всякие живут. Вроде никому мешать не буду. Ну и начал ритм свой новый. Музыку, в общем, играть. Смотрите, как классно получается. Ух, какое звучание обалденное. Вав, мне нравится. Так что случилось-то, Вав? Рассказывай, рассказывай. Ну, в общем, я стою за гаражами вот так. Бью, 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 играю свою музыку новую, мелодию. А тут из-за угла выбегает Бог Сибу и кричит. Че ты здесь шумишь? Это мое убежище, проваливай отсюда. Как цапнул меня. Я еле убежал. Слышал только, когда убегал, то, что если он меня еще раз увидит, сказал то, что там что-то диски мне... а я даже не помню. В общем, что-то там с дисками не сделает. Вав, 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 ну ты не смешной. Ты что, не знаешь, что за 13-ми гаражами давно уже Бог Сибу поселился? Я вот как неделю знаю. Там вот как-то гулял-гулял, нюхал-нюхал, чувствую запах какой-то новый, интересный. В итоге заползаю, смотрю, какая-то коробочка запыленная вся стоит. Ну, естественно, начал все обнюхивать, облизывать. А оттуда как этот черт выскочит. Начнет на меня орать, что я обслюнявил всего, что нашумел здесь, потревожил его покой. Так я от него еле убежал. Я же ведь, знаешь, раньше длиннее был на пару секций. Так мне этот Бог Сибу их оттяпал. Эх, только одно отрастил, вторая еще в процессе. Так что болит теперь. Поэтому да, Вав-Вав, за 13-й гараж лучше не ходить. Я же откуда это мог знать? Хоть кто-нибудь предупредил бы. Ну ты не спрашивал, я тоже с ним как-то столкнулся. Я смотрю, там какие-то цветочки интересные растут. Хотел их оторвать, проверить, может съедобны или просто для красоты куда-нибудь поставить. Так я их начинаю рвать, рвать. Вижу, какой-то сорняк большой, цветочки не дает не достать. Сорвал его, кинул куда-то в сторону. И случайно в эту коробку этим сорняком попал. Так Бог Сибу как взбесится, как набросится на меня. Тоже пару лепесточков не выдрать сумел. Хорошо, хоть они у меня быстро отрастают. А так было очень неприятно, тоже нагрубил, наорал. В общем, за 13-й гаражи лучше не соваться. Да-да, этот Бог Сибу, конечно. Чего он вообще такой нелюдимый, а? Не хочет ни с кем общаться. Вав, как Хагиваги старый добрый. Вав, 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 вав. Ой, про Хагиваги я много чего слышал. Да, он раньше какой-то очень злой прям был. На всех нападал, на всех кричал постоянно. А сейчас что-то подобрел вроде. Вы, кстати, не знаете почему, а? Ну, как же не знаем, я вот лично знаю. О, знаешь, Вав, расскажи, мне интересно. Ну, в общем, слушайте, это вроде случилось из-за того, что он Кисимиси повстречал. Так с тех пор, как он с ней начал, вот, в общем, свое знакомство, дружить и так далее, с тех пор он подобрел прям, и Кисимиси изменил его в лучшую сторону. А тогда, раньше он только так мне лепесточки выдирал, если я чуть что не то сделаю, а сейчас спокойно с ним даже общаюсь, хе-хе, не злой совсем. О, так получается, только из-за Кисибиси Хагиваги стал таким добрым, да? Вав, вав, интересно, вав. Я уже давненько не слышал ничего про Хагиваги, ну, в плане плохого ничего. Чтобы там с кем-то подрался, или кого-то побил, или кого-то прогнал, или докричал. Он прям какую-то стал очень такую добрую семейную жизнь вести. Так вот в чем дело, из-за Кисибиси. О, так подождите, у меня появилась идея. А что если... О, точно, точно. А что если нашего этого Бог Сибу мы познакомим, как это назвать-то? Как точнее ее назвать? Ну, в общем, с девочкой Бог Сибу. Вообще, знаете, такие существуют? По-моему, таких нету. Да, Вав-Вав, таких не существует.
Новые игрушки, конечно, выпускают, но я не слышу, чтобы новую игрушку такую делали. Бокси-Бу вроде сейчас самый новый, но чтобы сделали еще поновее игрушку и девочку Бокси-Бу, не, я такого не припомню. Блин, и что же делать, если девочки Бокси-Бу нету? Этот чёрт, получается, всегда будет такой злой и агрессивный? О, а может давайте к маме пойдем, ей это расскажем? Может, она чем-то нам поможет? О, кстати, хорошая идея. Если мы сможем уговорить маму, убедить ее в том, что лучше сделать Бокси-Бу подружку, чтобы он больше нас не агрессировал, и она к нам прислушается, то она-то сможет убедить кого-нибудь там на заводе, что выпустили такую новую игрушку специально для нас. Да, Ваф-Ваф, отличная идея. Слушай, кролик, надо было раньше тебе про 13-е гаражи рассказать. Хе-хе-хе. Ну все, да пойдемте к мамочке Длинноги. Надеюсь, она нам поможет. Либо отправить сообщение на завод, чтобы там новую игрушку, подружку Бокси-Бу изготовили. А вдруг она сама сможет ее сделать? Ладно, пойдемте. Ваф-Ваф, я запах мамочки учую. О, вот там, быстрее, побежали. Побежали, Ваф-Ваф. Побежали. Ну и мы так, мама, подумали, если у Бокси-Бу появится подружка, ну то есть девочка Бокси-Бу, мы не знаем, как это называется, но в общем ты поняла, то, наверное, он тогда станет как и Хагиваги, нормальным, добрым, а не таким злым и агрессивным. А то, что ты сама говорила, то, что тебе не нравится, то, что игрушки дерутся, гоняют друг друга. Поможешь нам с этим? У вас очень интересная идея. Да, пожалуй, помогу вам с этим. А то, помимо вас, мне постоянно другие игрушки жалуются на Бокси-Бу. В неделю, наверное, раз по 5, по 6. Один раз вообще было 20 раз, когда Бокси-Бу не мог найти себе тихое место. И постоянно одно и то же. Он хочет тишину, он на всех нападает. Прямо как вы и говорили. Хагиваги в свои не лучшие времена. Так что да, надо с этим что-то делать. Да и к тому же, новой игрушки давно уже не было. Поэтому я думаю, что эта идея более чем реализуема. Я, пожалуй, сама ее соберу. Потому что если на завод отправлю обращение, то там надо будет ждать несколько недель, а то и месяцев. А за это время, мне кажется, Бокси-Бу вам все лепестки-то вытирает и уши поломает. Вы же этого не хотите? Нет, конечно. Воф-воф, нет. Нет-нет, мама, нет, не хотим. Ну вот и отлично. Соберите мне тогда деталей для моей специальной машины, на которой я буду создавать игрушки. И я сделаю Бокси-Бу подружку, а потом вы ее к нему принесете, ну и может что получится. Давайте столько, быстрее. Чем быстрее найдете сообщение, тем быстрее я соберу ее. О, я как раз знаю, где много металлолома находится. Пойдемте, друзья, я вас туда отведу. Да, пойдемте, хе-хе. Ну что, мама, тебе столько хватит всякого хлама и всякого мусора, который мы тебе принесли? Да, Ваф-Ваф, мы старались, Ваф. О! Отлично! В самый раз! Из этих деталей я запросто смогу создать единичный экземпляр одной игрушки, а потом отправить ее чертежи на завод, и если понравится, то там уже их пустят в серию. Вы хорошо постарались. Ну, давайте попробуем. Я надеюсь, все получится. Ну что, мама, столько хватит? Так. Сейчас. Более чем, да, деталей достаточно. Я программирую компьютер. Ага, все согласно чертежам, так, этот станок работает здесь. Ага, этот манипулятор отказал, тогда подключим этот манипулятор. Так, а теперь вот эту, введем дисфункцию. Хорошо. Ваф-Ваф, как интересно, хотел бы я тоже уметь создавать игрушки, Ваф-Ваф. Да, было бы прикольно, я бы себе создал бы крольчиху Бонза. Так, помолчите, не отвлекайте меня от работы. Извини, мама, Ваф. Так, о! Да, сейчас еще пару часиков, и игрушка будет готова. Ну что, мама, когда уже будет готова? Уже мопсу надоело ждать, он просто убежал. Уже вот-вот, не переживайте. Побыстрее бы уже. Да мне кажется, Бокси-Бу там еще мог на кого-то напасть. Все, дети, кажется, готово. Вот-вот сейчас уже выйдет. О, наконец-то дождались. О, вижу, едет. Коробочка он целая, ого. Неужели сработало? Хотя стоп! Мама, подожди, а почему коробка? А где сама Бокси-Бу это? Подружка Бокси-Бу? Она в коробке! У меня, к сожалению, краски не хватило, так что сейчас я вам дам цвета, вы ее перекрасите и достанете уже на место. И там уже все получится. О, отлично! Ну что, цветочек Дейзи, готовь баллончик, сейчас будем разукрашивать ее. О, хе-хе, веселье! Сейчас мы ее быстро разукрасим, хе-хе, а в какие цвета?
Ну, в какие-нибудь другие. Это же новая игрушка. Так, только сначала нужно, чтобы она вылезла из коробки. Эй, Бокси-Бу, вылезай! Бокси-Бу, давай, появляйся! Кто здесь шумит? Кто потревожил мой покой? А, это вы, маленький вредный кролик и цветочек. Ах вы, ну сейчас я вам... О, мама, смотри, кажется, она уже перекрасилась. Это, видимо, такая была ее маскировка. Она пыталась притворяться, имитировать обычного Бокси-Бу, а на самом деле она выглядит совсем иначе. А, да, точно, я забыла. Я же строил ей такую функцию. Ох, совсем заработалась уже. Ну, в общем, да, все, она готова. А, мамочка, это ты меня создала? Да, я тебя создала. В общем, иди с двумя этими игрушками и не смей их обижать. А, как жалко. А я бы им устроила за то, что они нашумели. Нет, я запрещаю игрушкам воевать. Так что давай, иди с ними, они тебе покажут твоего нового друга, Бокси-Бу. И надеюсь, вы с ним подружитесь и не будете обижать игрушки. А, Бокси-Бу, это кто такой? Такая же игрушка, как ты. В общем, все поймешь. Давай, ступай. Ладно, ладно. Но надеюсь, эти двое меня не достанут до белого колени. Ведите и поменьше болтайте. Ладно, ладно, пойдем. Говорит, как обычно, Бокси-Бу, прям слово в слово. Что он нам сказал? О, ничего, если ничего, тебя... пойдем, пойдем, пойдем. А, не, ничего, ничего, ничего. Пойдем, пойдем. Кто снова нашумел? Я слышал какие-то шумы здесь. Кто здесь постоянно шумит? Сказал же, никто сюда не должен даже суваться, это моя территория. Ладно, пойду отдыхать. Шумят и шумят. О, это ты тот самый Бокси-Бу? А ты еще кто такая? Ты вроде на меня похожа. Ты что, Бокси-Бу? Нет, нет, нет. Я Бокси-Бу, но я не мальчик, а девочка, вот. Мне сказали, тут есть тихое местечко, а тут ты какой-то ходишь, ворчишь. Это я ворчу только потому, что здесь какие-то придурки шумели. Че тут бегали, нашумели, так я выбежал. Хотел их просто разорвать на клочья. Они убежали уже. Ну и че, в следующий раз их поймаю, руки с ногами повыдергиваю. Ладно, я пошел в тихое местечко отдыхать. Кстати, хочешь со мной? О, конечно, хочу. Меня вот только недавно мама длинные ноги собрала, так сразу столько шума. Игрушки не трогай, и эти два балбеса меня сюда вели. Ой, как они мне надоели за весь этот путь. Это я в итоге их за уши отстрала, этого кролика особенно. Надоел болтать, болтал. Вот они разорались и тебя потревожили. Давай найдем тихое местечко и там обоснуемся. О, да, я люблю тихие местечки, ну пойдем. Нам немножко не сюда, нам вот сюда вот. Вот здесь вот, плюс-минус тихое местечко. Ура, тихое местечко. Вот здесь, прям за гаражами, можно превратиться в коробочку и сидеть, никого не трогать. Главное, чтобы нас никто не трогал. Да-да-да. Ну и сегодня, ребятки, мы показали, как Бокси-Бу нашел, точнее встретил, девушку Бокси-Бу. Ну или же подружку, такую, в общем, женскую особь Бокси-Бу. Да, смотрите, ребятки. Это самая обычная Бокси-Бу, только девочка, только подружка Бокси-Бу. Видите, ребят, бантик у нее появился, реснички, розовый цвет. Вместо теперь, видите, звездочки-сердечко вот такое вот на груди, на коробочке, да вот этой вот. Короче, да, ребятки, такая вот девочка Бокси-Бу. И сегодня, ребятки, Бокси-Бу подружился с этой девочкой Бокси-Бу. Вообще, да, ребят, встретил ее. Вот такая сегодня, ребятки, довольно-таки прикольная история получилась. Получается, сегодня, ребятки, мы показали, как ее создали, да? Как она, ребят, вообще, в принципе, появилась, эта девочка Бокси-Бу. И также мы вам показали, как Бокси-Бу-мальчик встретил девочку Бокси-Бу. Ну, вообще, да, ребят, не забудьте, конечно же, подписаться на канал и поставить лайк. Ну, а если вы хотите больше роликов про Бокси-Бу, про этих новых оригинальных, которые, ребят, только-только у нас появились, если вы, ребятки, хотите отдельный ролик про нового Бокси-Бу, вот этого оригинального каноничного 2.0, и также, если вы хотите ролики про вот этих вот Бокси-Бу, про вот такого, который состоит из еды, из какого-то фастфуда, и про вот такого робота, то давайте мы, друзья, наберем на этом выпуске 10 000 лайков. И тогда мы, ребятки, еще много всего крутого запишем с этими Бокси-Бу.
В общем, да, друзьяшки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Вот такая у нас сегодня, ребятки, обалденная серия получилась. Ну а с вами, как обычно, был я, SlakeMust, и, конечно же, Dark. До встречи, ребятки, в новых роликах. Всем мы, ребят, желаем удачи, до новых встреч, пока-пока. Всего хорошего, друзьяшки.